Идем. Привет, ребята, как бодрость духа. Давай, Сашка. Всем привет. Вы на канале It's My Life. Я забрал младшего сына из школы, потому что он раньше заканчивает, чем другие студенты наши. И мы идем с Сашкой в Smart & Final. Сашка, давай лапку. Идем в магазинчик, потому что нам надо купить молочко, ну и может что-нибудь еще зацепим по дороге. Вот. Ну и вы с нами погуляйте, посмотрите, что мы там покупать будем. Посмотрите на наши цены, на наши магазины. Идем, Саш, возьмем тележечку. Так, ну что, традиционно пойдем в нашу тележку со сладостями. Сладенькое мы любим. Что у нас сегодня по сладостям? Так, мы по сладостям зацепим, наверное, вот такой. Вот такой зацепим чизкейк. Так. Опа. Попробуешь? Так, а что мы еще зацепим с тобой? Так, здесь у нас есть и вот такие вот фруктовые булочки вот такие. Это Антонина любимая. Да. Еще у нас там конвертики есть, но на конвертики не будем, хватит. Так, значит, все, ребята, что мы это взяли. 3,99 пополам. И чизкейк 2,99 пополам. Все, идем дальше. Дальше нам надо молоко. Вот, ребята, мне задавали вопрос в комментарии, какого вкуса молоко, похоже ли на то, что продается на постсоветском пространстве, там у нас в Беларуси, в России. Вот, ну, в общем, я вот вам могу показать, сколько есть видов молока. Вот смотрите, вот эти вот холодильники. Вот, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, порядка 8 холодильников, все это стоит с молоком. Вот. Ну вот смотрите, я буду медленно показывать, значит, есть разное молоко, которое с надписью органик. Так, вот сделаем, чтобы не отсвечивало, да? Вот такие цены. Эта цена получается за полгаллона. Вот, это маленькие пакеты, это не галлоны. Так. Все молоко есть. Витаминизированная, с одним витамином, с другим витамином, с комплексом витаминов. Есть шоколадное, ну что-то типа какао. Есть соевое. Короче, на вкус и цвет в любом количестве. Значит, вот смотрите, здесь стоит. Есть с кокосом. Есть алмонд. Это... Алмонд это, блин, вылетело с головы, как по-русски. Миндальные орешки. Опять же шоколадная, опять с кокосом, с разным процентом жирности. Вот. Опять органик, опять не органик, то есть и любых объемов. Галлон, полгаллона. Вот. Здесь пошли другие виды. Малой жирности, нормальной жирности, с лактозой, без лактозы. То есть молока очень много, и я думаю, что в принципе вы сможете подобрать то, которое подходит вам по каким-то диетическим направлениям или по какому-то вкусу там, или еще по жирности, не по жирности. Ну, это вот уже пошло стандартное молоко, которое мы обычно покупаем в галлонах. Оно бывает нежирное, бывает с малым процентом жирности, бывает цельное, вот сейчас я вам покажу, будет там дальше стоит. Так, и вот здесь, вот видите, вот. Там, где написано хул, это значит цельное, оно будет такой жирности стандартной, как, короче, ну, необработанное, как-то сказать. Вот. Ну, мы берем всегда либо обезжиренное, либо с низким процентом жирности. Так вот, в данном случае, например, это будет вот такое молоко.
1%, низкожирная, с витамином А и Д. Вот что у него здесь написано. Можете поставить на паузу, посмотреть внимательно, прочитать, кому интересны составы. То есть вот такие вот варианты по молоку. И, значит, кто любит пить кофе, есть куча всяких миксов, всяких добавок. Это вот в баллончиках сливки стоят. Различных добавок, присадок, то есть вот таких вот кремеров. Я думаю, что они уже, есть и в Беларуси, и в России, там, в любых странах постсоветского пространства. Вопрос, конечно, цены, вот. Ну и вкусовых предпочтений. Хотите в пластике покупаете, хотите в таком пакете, в картонном. Вот, это будет и от Nestle, и от какой-то другой еще фирмы. То есть очень много вариантов. А вот это вот iced coffee, это просто холодный кофе прямо в пакете. Вы покупаете себе, наливаете в красивый стакан и пьете. Ну, а дальше уже пошли, это вот стоит отдельно зерновой кофе. Кстати, это такой в чашечках. Здесь вот 10 таких чашечек, это для специальных кофеварок. Я думаю, вы видели такие. Ну и будет там специальная отдельная витрина, где стоят уже и зерновые, и молотые, и немолотые. То есть куча всякого кофе хватает. Давайте зайдем, посмотрим вот в Smart & Final, какие продаются кофейчанские. Молотые, не молотые. Это вот такой небольшой посудный отдел. Можно купить как нормальную посуду, так и одноразовую. Ну и, соответственно, для приготовления. В общем, всяких прибамбасов хватает. Вот пошли кофейчанские, которые, скажем так, вот есть такие вот всякие, вот видите, в стаканчиках они для кофеварок, для специальных. Вот, и вот небольшой отдельчик. Какой кофе можно купить в Smart & Final. Вот, скажу сразу, что в Smart & Final это будут не самые выгодные цены на кофе, потому что, ну, по сравнению с Costco, во-первых, в принципе уступает по цене, во-первых, а во-вторых, они продают маленькими фасовочками, маленькими пакетиками, а маленькие пакетики, они всегда дороже, чем большие. Вот, такие вот дела. Ну, тем не менее, мы в этом магазине. Вопросы были, и я вам на вопросы даю вот такой небольшой видеоответ. Какой кофе можно купить? Какие сорта? Темный, светлый, какие хотите. Вот. Я покупал себе, пробовал вот такой вот Starbucks. Это темный кофе был. Вот видите, да, он мне не понравился. Следующий от Starbucks, если я буду покупать, то это будет вот такой медиум. Потому что темный он, ну, горьковатый был на мой вкус. Не подошел мне. Это всякие крупы, орешки, морешки продаются. И вот здесь же, если там не смогли кофе выбрать, то можно выбрать кофе вот здесь. Здесь есть как оригинальные, так и с вкусовыми добавками. Это может быть все что угодно: карамельный, ванильно-ореховый, френч и всякие другие, гавайский орешек, шоколадный, какой хотите. И потом вы этот зерновой кофе берете и вот сюда вот прямо раз в эту кофемашинку замололи, выбрали какой вам надо помол, помололи и на кассу. Карамельный, да, есть карамельный кофеек. Довольно странный кофе? Да, потому что карамель тает. И она не остается карамелью, а уже остается... Давай скажем... Вот, кстати, с нами на кассе стоят ребята с пожарного департамента.
Ну, короче, он называется Fire Department. Там на стоянке стоит машина, и вот они набирают себе в тачку, там, я не знаю, видимо, это у них будет обед или ланч. Ну, в общем, ребята заехали. Пока нету пожара, слава богу, перекусить. А у нас очень сильные пожары идут за Малибу, в Санта-Барбаре. Там очень большие пожары, погибло порядка 40 человек. В общем, это очень большое бедствие. Вот. Нас позвали, пойдем туда. Хочу вам показать интересную особенность магазина. Линии на кассе называются... Сейчас я увеличу. Вот так вот по названию улиц. Каждая касса имеет название какой-то улицы. Все, ребята, я на кассу. Просто подошла наша очередь, смотрите. Вот касса номер 5 называется Хоторн Бульвар. Касса номер 4 называется Pacific Coast Highway. Касса номер 6 называется Prairie Avenue. Ну, то есть каждый магазин делает какие-то свои фишки, чтобы как-то покупателям было весело и интересно. Вот здесь вот можно купить угли для камина и для барбекю. Специальные зажигалки для разжигания. Вот. А вот этот вот аппарат, Coin Star, он для того, чтобы, когда у вас много мелочи, вы приходите, забрасываете ее сюда, и потом получаете взамен своей мелочи бумажные деньги, чтобы не таскать мешок мелочи за собой. Вот. Что еще интересного в магазине можем вам показать? Вот стоит такой автомат для продажи лотерейных билетов. Вы можете подойти купить лотерейку. Самое дешевое будет стоить $2. Нет, даже $1. Это вот в нижнем ряду. И так поднимаемся по цене и по выигрышу до $30 за билетик. Которые самые дорогие. Вот они. Вот. Тоже это все можно сделать самостоятельно, прямо на автомате. Вот. А это вот огромные холодильники со льдом. Значит, здесь мешок льда стоит 3,99, 4,99, 20 лб. В принципе, в центах его можно купить гораздо дешевле. Этот лед люди покупают очень часто для пластиковых холодильников, когда идут на пати, засыпают туда и ложат свои продукты, напитки. Ну и также дома кто-то держит там для своих напитков. То есть берут просто тогда пакетик поменьше. Ну, в общем, все. Вот это вот был такой небольшой заход в магазин Smart & Final. Значит, что у нас? Сейчас я вам покажу, на выходе получилось. На выходе у нас получилось 6,08. Вот. Пошли, Сашенька. Это... Идем, Зайц. Это не первый наш заход в магазин в этом месяце. Есть другие видео, там мы делали покупки немножко побольше, но они выйдут отдельным видео. Вот. То есть, как я вам и говорил, я буду снимать все покупки, а вы уже в конце месяца, там, кому интересно, хотите, сразу подбивайте, хотите потом. В конце месяца мы будем озвучивать, сколько у нас уходит на продукты. Все, ребята, вы были на канале It's My Life. Это был такой маленький вложик. Ответ на вопрос подписчика, какие бывают виды молока, какое оно бывает. Ну, я вкус, к сожалению, передать не могу. Показал, по крайней мере, что можно взять в одном магазине. Вот. А магазинов, вы сами понимаете, очень много. И, соответственно, в другом магазине могут быть какие-то немножко другие варианты. Как по вкусу, так и по цене, и по количеству. Все, ребята, канал It's My Life. До встречи, бай-бай.